О, снежочек! Да ладно, вы посмотрите, ребята! Снег! Приветствую всех, дорогие друзья, приветствую снова вас в Warrior in the Will with Wisps. Короче, смотрите, что я заметил. Во-первых, хочу показать, что стрела, оказывается, которую вы запускаете, она летит в зависимости от того, сколько ее держишь. То есть, если ее натянешь прямо до конца, ее, кстати, нельзя долго держать, не на самого стрелять, она выстрелит быстрее. Это так, забавное замечание. Короче, мы остановились на том, что нам нужно возродить, что нам нужно? Нам нужно исцелить Нивен, то бишь вот этот весь остров или континент, я не знаю, как его правильно называют, наверное, остров. И для этого нам нужно отыскать три огонька. Вот у нас сверху написано три огонька. Проблема в том, что показали-то нам их четыре, показали нам один вот здесь, в чернильных топях или что там, короче, под землей. Показали нам вот здесь, в Светлых озерах, показали нам вот здесь его в... снежных горах, да, и я такой смотрю, ну, куда я вообще могу попасть, смотрю, вот это вроде недалеко, под землей, пещера, я не знаю, пещера, можно их называть, или нет, короче, вот этот рай, или что это такое, короче, Светлые озера, да, смотрю, горы, вот они где-то здесь, странно, что они как бы немного правее находятся, хотя они как бы выше, но да ладно, карта здесь как-то странно отмечена, и я такой смотрю, а как насчет самих-то этих пустыни-то, или что это, вот здесь находится. Я такой смотрю, а ей здесь вроде нет. А я такой, опа, листаю. И вот она. Она где-то вон там вообще, наверху находится. Вот. А еще я подумал о том, куда я вообще могу попасть. Во-первых, сюда я попасть вроде как могу, вот здесь. Вот эти Светлые озера, они у нас вот здесь, мы там плавали, но проблема в том, что там нужно как-то через верх пробраться, насколько я понял, это я пока не могу сделать. Горы, я так понимаю, это вот, может быть, где-то здесь подъем, ну и в пустыне это, наверное, дальше через тихий лес идти. Вот в чем вопрос. Куда я буду первым идти? Я тут подумал, я бы хотел в Светлые озера пойти, но мне, судя по всему, не хватает какого-то умения. Но мне дали перо. Вот такое вот перо. То есть то, я теперь не могу парить, как я это делал. Я могу теперь сдувать вот эту фигню. Что вообще я могу сдувать? Зачем мне это надо? Я, честно говоря, не представляю. Но оно у меня как бы есть. Мне кажется, парение было бы намного более полезный предмет. Короче, я не уверен, что смогу попасть в Светлые озера, но я думаю, что я хочу попасть в зимние горы, потому что я очень люблю зиму. Тут у нас на улице у меня скоро вот уже зима, снег уже выпадал, но он уже растаял. Так что почему бы и нет, собственно, почему бы и нет? Я думаю, я сразу сюда перемещусь. Как это делается? Я забыл. Мне нужно к другому колодцу подойти. Ну, значит, я туда сейчас пешком пойду. А что до вас? Ой, все, ребята, не грустите, пожалуйста. Что до всех остальных? Хочу сказать... так у меня есть эта фигня. А как мне цепляться? Подожди, я что-то забыл. Вот. Короче, ребята, я что хотел сказать? Я хотел сказать, что... Следующая локация, куда мы пойдем, это решаете уже вы. Потому что, честно говоря, даже не знаю, что бы выбрать. Так что вы решите, куда мы пойдем дальше. В пещеры, в пустыню или в Светлые острова. В общем, не забывайте написать это в комментариях к этой серии. Отточить навыки. Тут, короче, есть этот самый подводное дыхание. На самом деле, мне кажется, это довольно полезная вещь, я ее вкачаю. Ну, типа, у меня достаточно этих всяких светлых штук, так что почему бы и нет. Посмотрим, может, я еще что-то могу построить. Класс. Дышать под водой круто. Ой, погоди. У меня сейчас как раз-таки какой-то квест еще выполнил. А что я делаю вообще? Как я их собираю? Просто так я на них наплываю. Короче, да, тут у нас какой-то слух был. Сейчас мы его... Ай, блядь! Так, вот здесь где-то, да? Какой-то слух. Карта тихого леса. Люпо, что-нибудь интересное. Люпо, ты здесь? Он здесь. Поговорим. Исследователь тихого леса? Ну что, как успехи? Смоляные топи, взрывающиеся звери? О, какая прелесть. У меня уже начинает вырисовываться карта. Но на ней еще немало пустого места. Возвращайся, когда изучишь все. 2-3-4 тысячи? Нет, спасибо, братан. Я еще как-нибудь потом к тебе зайду. Это за твои цены! Слушай, нифига ты здесь напрятал.
Так, а эти шипы я никак не уберу, потому что мне здесь нечем пользоваться. Ладно. Я слышал, что стала с твоей подругой. Мне очень жаль. Жаль твою подругу и ту, что ее ранила. Отвратительно, когда сильно обижают слабых. Но огоньки воссоединяются. Хоть это обнадеживает. Что-то должно избавить нас от мрака, пыли и песка. Может, этим чем-то станешь ты? Ну, я постараюсь. А ты пауков боишься? Я вот ни разу их не видел. Но как только увижу, сразу забоюсь. Говорят, пауки водятся в заросших недрах. Их там много. Хорошо, что оттуда не выпускает каменный хранитель. Ребят, если вдруг захотите пойти в пещеру, то, надеюсь, у вас нет арахнофобии. Мне бы то самое умение, которое мне позволяло высоко прыгать. Вот это было бы здорово. А, вот, тройной прыжок. А я потратил 500, да, в никуда. Боже, как же вас много. Знаешь, думаю, Ку о чем-то ей напомнила. О чем-то, что она хочет позабыть. Она ведь тоже когда-то была маленькой и слабой. Она не любит об этом вспоминать, Ори. Но кое-что Крик все же поглядел. Проглядела Ку сильно, я точно знаю. Я за ней наблюдал. Спасибо, не надо. И у меня уже появляются смутные сомнения, что я смогу добраться до... О, господи! Ой, все, хватит меня с этих разговоров. Дайте немного пройти дальше, я вас умоляю. Где-то здесь. Прям слева-слева, да? Ой. Вот здесь. Вот. Да? Да. И что здесь? Здесь меня атакуют зачем-то. Ой, смотрите, он сейчас его умрет. Что это было? А, это я просто сдох так быстро. Фрагмент ячейки энергии. Вот мы и в неизведанной ранее территории. Ну, почти. Сейчас нам нужно куда-то сейчас посмотреть, что здесь есть. Во-первых, да? Еще одна горлюковая руда. Вот тебе уже и 5. Отлично. Вот, точно, помню. Я помню эту развилку. Нифига, у меня уже 15 минут прошло. 15 минут, да ладно. Не, я не собираюсь на этом останавливаться. Я пойду дальше. Другой вопрос. Сейчас мы попробуем, наверное, квест выполнить. Твилин утверждает, что возле родника есть святилище. Да, мы сейчас святилище тоже откроем. Посмотрим, что там. И уже пойдем дальше. Как бы туда... А, вот так. Все, вижу. Святилище. А, это боевое святилище. Ну ладно, почему нет? Мастер святилищ. Улучшение ячейки для осколков. А, точно, вот что это дает. Так, и теперь уже, наконец-то, я иду в правую сторону, иду за зимой. Предел Баура. Да, это то, куда мне и говорили идти. О, снежочек! Да ладно, вы посмотрите, ребята! Снег! Посмотрите. Бюро находок, действительно. Как здесь офигенно! Вы не представляете, ребята, как я люблю зиму. Здесь живет великий Баур, Ори. Он устал от долгой зимы, которую принес его владение упадок, и теперь спит. Но память леса еще хранит в себе весну. Может, и Баур о ней вспомнит, если выйдет его разбудить. А, давай. Кто это? Какой-то дракон. Или кто? Кто такой Баур? Почему мне всегда говорят имена, не говорят, кто это? Медведь! А, нифига, какой мишка! Так, ну бить я по нему не буду, конечно. А как его разбудить? Я могу как-то... Ну смотри, у меня есть вот такое вот. А я здесь даже оружие не могу использовать. А, вот, точно! Ну, нифига ты чихнул, блин, я чуть не улетел в другую страну. Мне снилось, что ты придешь, дух. А мне нет. Ну, уже поздно. В этих краях царят лютый мороз и стужи. Весеннее тепло дремлет под толщей льда на вершине горы. Здесь нечего делать, только спать.
Да ну, в смысле? Чихни еще раз. Ясно. Миша, ну ты, конечно, это самое, предел Баура. Блин, так я его из пещеры выгнал своей. А че он туда только головой, что ли, зашел? Вниз не могу, кстати, спуститься. Там определенно что-то есть. Какой Мишка. Он, кстати, на волка был похож. Сначала потому, что это волк. Ой, какой здоровый. Ой, какой замечательный. Это что такое? Непонятно. А я могу по нему ёбнуть? Мне кажется, ему все равно до моих ударов. Так, я хотел поставить вот это. Тут как будто какие-то колеса или что это такое. Ягодки здесь есть. Зимние ягодки. Ой. Я бы сказал, почему у меня ностальгия, но вы, наверное, не поймете. Была такая раньше игра. А, этот самый. Короче, с ледниковым периодом. Третьим. Там тоже была зимняя локация. Вот почему-то мне это напоминает. Ну, или как в фильме самом. Где там... Если кто смотрел, Мэнни игрушки развешивал такие ледяные. Вот это то же самое. Мне кто-то плевать будет? Что это за звук? Ой-ой-ой-ой, соскользил! Так, подожди, я с них соскальзываю, да? Я что-то не очень понял. Оу! А как мне... Подожди, не-не-не, я с них соскальзываю. То есть мне, получается, надо... Что там происходит? Мне кто-то плюется. Подожди, у меня есть что-то огненное. Удар духа. Шип. У меня было умение, которое... Ты что, офигел? У меня было умение, которое я не вкачивал. Типа, вы поджигаете врагов в пламени. Опа, не ожидал такого. Но, судя по всему, оно мне не нужно, потому что я и так хорошо забрался. Окей, я как бы могу... Да, я могу с нее быстро только соскользить. Камень скинуть? На медведя? Вы что, с ума сошли? Ух ты, здрасте. Это что за фигня? Ой, хватит их вспомнить уже. Так, я могу эту штуку сломать вообще? Могу. Я так понимаю, мне нужно было ее сразу сломать. То она сейчас наплодит их. Улей, блин, гребаный. Так, хорошо. Давай вот сюда. Так, хорошо, что я могу в воздухе драться. Правда, толку от этого никакого. Оу, нифига себе. Но они довольно слабенькие. Это же не шипы? Блять, это шипы! Ну и ладно. Так, тут все во льду. Ну, я, кстати, здесь вниз я не соскальзываю. Что интересно. Окей, значит, все-таки сюда я могу. Как пробить стену? Видимо, не так. А вот так можно? Окей, нет, они только падают. Что это? Как это включить? Как это включается? Ау! Я не хотел, братан. Ой, я чувака на шипы насадил. Лед при этом стал какой-то... Подождите, я его разбиваю или мне кажется? О, подожди, что? Я всегда так мог? Блин, прям перед носом его. Да ты что? Чуть старому башку не раздавил. Кислота. Оу! Он взрывается сильно. Я думал, он будет взрываться не настолько мощно. Окей, я кого-то в котел загнал. Чтобы создать порыв ветра. Куда? Сюда? А, раздуть пламень, да, давай. Что это? Зачем? Для чего это? Типа отскочить от него? Я не могу. Или могу? Давай еще раз попробую.